Друзья, всем привет, с вами Санек. В общем, видели прошлое видео, да, я там спрашивал совет, как, из чего, точнее, сделать переходную шайбу, да, план-шайбу, так, чтобы за место 160-го можно было устанавливать, друзья, 200-й патрон, советский, 89-го года, и повторюсь еще раз, ни разу не стоявший на станке, вот. Абсолютно не видевший ни одной заготовки. Много было советов. Понятное дело, что половину это сделай планшайбу переходную. Я понимаю, ну, у меня материала нет. Предлагали там купить плиту, там, которая стоит там, больше 2000, там, 20 на 20, да, и 20-ка. Вот. Ну, за такую цену, елки-палки, я зайца в поле загоняю. Вот оно, решение. Переходную шайбу буду делать из девяточного маховика, друзья. Вот он, один маховичок, вот он, другой маховичок. Они ушатанные, усосанные, выработанные до безобразия. Ну, довольно-таки по толщине приличные. Их много. Оковский не подходит, там еще, и их не жалко, поэтому делаю из нее. Ладно, харе-ля-ля, сейчас ее записочу, так, чтобы приятно было в руки брать, чистенькая, аккуратная, и начну точить. Все, давайте, сделаем интересные вещи. Вот так вот выглядит маховик после песочницы, в отличие от прежнего вида. Приятно в руки брать. Все, ставим, друзья, патрон. Зажимаю вот здесь и точу то, что мне нужно. Последний проход под плоскости, так сказать. И буду растачивать посадочную на планшайбу. Процесс идет, стачиваю лишнее, а потом уже выровняю так, как мне нужно. Это когда уже патрон будет стоять. Вот только закончил, целый день убил на изготовление вот этой вот переходной планшайбы со 160-го патрона на 200-й патрон. Получилось просто офигенно. Ну и, конечно, целый день убил. А что целый день? Да потому что это вторая планшайба. Первая запорол, не с той стороны начал, короче, капец. Это уже по накатанному, последовательность действий была мне уже известна. Получилось просто офигенски. Патрон 200. Вот. 89-го года. Это Леха мне подогнал. Московский. Леш, привет. Огромное тебе спасибо за такой шикарный подгончик. Абсолютно новый, ни разу не стоявший на станке. Кулачки новейшие, ни разу не державшие заготовок. Это сейчас вот они первый раз, наверное, палку только увидели. Все это до того тугое. Просто капец. Комплектный. Есть обратные кулачки. Вот. 28 миллиметров ширина только. Вот. Вот такие вот дела. Вот это уже такой вот серьезный аппарат. Придут спиннера, поправлю их, проточу, так, чтобы они в мой станок здесь было вообще идеально вписывалось. Вот тут надо сейчас пометить на этой планшайбе, на патроне, так, чтобы ставить его потом в одно и то же положение. И кулачки надо будет проточить мне вот здесь наполовину, челюсти обратные чуть-чуть побольше, кое-что не влазит, то, что мне нужно. А так будет вообще шикарно. Вот такие вот дела.
Все, теперь можно его сейчас три болта открутить, скинуть, поставить обратно этот. И при необходимости использовать вот этот. Но этот будет у меня в основном стоять вот с обратными кулачками. Вот такие вот дела. Ну, разница тут, елки-палки, тут очевидная. Тут, не знаю, в два раза, наверное, толще, чем вот эти. Как-то так. Ну, сейчас смерять смысла нет, я и в палке в этой не уверен. Ну, визуально вроде бы ровненько. Не знаю, посмотрим. Проверим, посмотрим, но попозже. Надо идти руки мыть и обедать. Я к негр. Что-то притормаживает. Последний проход. Все. Расточка кулачков. Так притормаживает, вообще капец. Маркером пометил. Сейчас посмотрю. Ну это все уже тут. Полдесятки. Полдесятки снял. Сейчас посмотрим. Да. Маркера нет. Маркера нет. Маркера нет. Все. По всей прошлось. Сейчас вот тут фасочку еще сниму. Так же как и здесь. Четвертая ступенечка. Вот она. Получается первая, вторая, третья, четвертая. Это в качестве оправки. Вот такие вот дела. Вот мне нужно был вот этот размерчик. Достаточно. Ширину поделил пополам. Здесь было 15 по 7,5. Разделил. Достаточно. Это то, что мне нужно в самый раз. Ну, заусенцы над филечком уберу. Сейчас фасочку сниму, заусенцы уберу и покажу. Все, готово. Здесь, ну, не такая глубокая, но, тем не менее, туда подснял так, чтобы все становилось так, как нужно. Можно теперь кольцо снять. Больше тут делать нечего. Также торцанул вот эти места. Они были не торцованы, эти не трогал. Вот. Для чего? Ну, все покажу, расскажу. Вот такие вот дела. Все, проверяю. Вот она проверочка. Это москвичевский, я так понял. Тормозной. Он размером с жигулевский. И вот он вот так вот хватается для обрезания вот этого расточки, потому что заказываю тут шкивы на мотоблок, а я там ставлю такие блины, и мега неудобно с первого раза расточить вот там танцы с бубном такие, посадочная под шкив. А теперь будет у меня все намного проще. Поставил, выставился, промерился, расточился и до свидания, говорится, гуси-лебеди. Вот, это вот именно под тормозные диски. Сюда становятся на эту губу становятся девяточные, сюда становятся шестерочные. Вот, как-то так. Сейчас покажу дальше. Так, погнали дальше. Вот он, девяточный маховик. Становится на край. До венца там зазорчик где-то, ну, с миллиметрик, может, полтора. А, с миллиметрик зазорчик. Ну, это грязька. Это штифт какой-то балансировочный. Вот. Именно до... Ну, до зубов, да? Он весь грязный, печальный. Но, тем не менее, вот девяточный, шестерочный.
В общем, маховики теперь сюда становятся для дальнейшей их обработки. Здесь, ну, не сказать, что 3 пальца, ну, 2,5 пальца еще, как бы, ух ты, тут уже резец врезался. Здесь проходит, здесь везде проходит. Ну, штифты надо подоставать. Вот такие вот дела. Маховик влазит, зажимается. Ну, мы это еще проверим все. Я думаю, будет отлично для самоделок. Тем более, это я тоже тут растачиваю. Вот, время уже 10:30. А я до сих пор занимаюсь. Это вот самое такое основное. Вот сюда губы выпадают. Здесь там 3 витка, они цепляются. И отлично. Еще один вариантик сейчас покажу. Ну так, мысли вслух. Мысли вслух. Может быть, вот здесь еще риски сделаю. На разжим барабаны. Так, еще один вариантик, да, из-за вот этого утоншения. Вот, большой плюс. Не знаю, как вот здесь потом проточить, но я еще подумаю. Может, даже и трогать не буду. Барабаны. Вот он, хоть он и бракованный барабан, да, вот тут трещина имеется где-то. Вот здесь трещина. Это никому не отправляю, оставляю. Барабан. Просто берем. Бром. Блин, слабенько, да? Вот так вот одеваю. Там я протачиваю внутри, если видно. Вот здесь вот. Оно по плоскости идет. Соответственно, вот здесь тоненько оно упирается вот как раз вот, вот сюда. Нигде не цепляет. Ничего. Сейчас покажу. Он, если будет видно, блин, нам фонарик было включить, а у меня же свет есть. Если будет видно, он упирается туда, и вторая губа тоже, она не упирается никак. Ставлю и разжимаю просто его слегка. Что мне это дает? Выровнять вот эту плоскость. Да что, я даже могу его сейчас и включить. Он бракованный. Но тем не менее. Проверить бы кулачки вот эти вот, проточить, макушечки. Ну, я не знаю. Ручи, конечно, на них точить нет. А вот, вот здесь площадь торцевать, вот эту часть. Вообще будет шикарно. Их надо проточить только на разжим. Ну, а ничего не схватишь. Ну, это как вариант. Как вариант даже вот схватиться вот, вот так вот и запросто, нигде ничего не мешает. Где-то что-то торцануть вот в таком исполнении. Вот, как-то так. Все, шабаш на сегодня. У меня уже ноги просто отваливаются. Весь день у станка. Весь день. Все. Табличка всем нравится. Там еще куча табличек всяких разных. И это, друзья, только показал несколько операций, которые я буду выполнять на обратных кулачках вот 200-го патрона. Небольшая доработочка, расширяет функционал, просто капец как будет мега удобно. Да, ведь вот смотри, даже вот девяточный зажимаю вот сюда, кстати, их тоже проточил, и до губёх диск не достает, шестерочный у него вылет подальше. Вот. Обрабатывай, как нравится. И все это только на одних обратных кулачках.
Вот. Как-то так. Ну, я имею в виду. Сам понимаешь. В общем, 200-й патрон для этого станка. Вот самое оно. Кстати, у них они уже продаются. Ну, на тот момент не было. Когда я брал, вот, чтобы был с 200-м. А вот здесь вообще шикардос. Блин, полет фантазии просто, просто шикарный. Всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.